Вопрос от OLTV. Как зовут этого аниматроника? Кто первый напишет правильно в комментариях ответ, тот просто красавчик. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусонек, OLTV. Денчик, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем Димас, OLTV. Все ждали, чтобы мы записали аниматроники пугают охранника VR на карте FNAF 3. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Спрячься сюда в шкаф. Точно, давай в шкаф. Он ушел. Осторожно. Он тебя может увидеть. Я профессиональный ниндзя. Ого, он себе челюсть сломает. Так, осторожно. Отходим. Ого, у него глаза в темноте светятся. Быстрей, бежи. Так, пацаны. Он меня пытается обмануть. Иди сюда. Блин, он с этой стороны, блин. Ребята, он со всех сторон меня окружает. О, здесь можно вентиляцию закрыть. Сегодня у нас очень хитрый аниматроник. Уже сколько раз смог нас обмануть. Так, я там что-то видел черное. А, там аниматроник, пацаны. Я в шкаф. Я на коробке. Так, вижу его. Блин. Вот он идет. Я буду под столом. Видеть, что шкаф открыт. Мне кажется, он нас увидел? Блин! А, это скример просто. О, подарочек. Откроем. Не боишься? На тебе подарок. Теперь боюсь. Вот это прикольно, она вылезла. Так, открой вентиляцию. Быстрей. Быстрее. Вот ее шкатулка лежит. Исчезла. Так, я выхожу. А, не успел. Вот эта жесть, она меня напугала. Кекс. Что за кекс? Да вот сзади тебя. Я не вижу его. А, слышь ты. Телепиздрик. Так, давайте посмотрим, кого он укусит. Или у нас боится? Боится, это очкошник. Стой на месте. На тебе. Прикольно, он тебя укусил. Класс. На тебе. Так, это что, моя очередь сейчас? Я ухожу. Побежал. А, блин, вот с этой стороны. Я его обману. А, блин, есть, быстрее, быстрее, быстрее. Так. И запрыгнуть здесь буду сидеть. Под потолком как-то спокойнее. Может, мне не долезет до меня? Слышите? Рычит. Угон быстрый. Да псих, успокойся. Пацаны. Вот это вот тебе фиганул. Эй, успокойся. Ай, блин. А вентиляцию не достанет меня. Что ты мне сделаешь, голова? Сзади, 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 беги, беги. Это у меня шлепка. Так, будь осторожен. Ого. Вот он хочет зафигачить нас. Да блин, да, да. Как он тебя замочил с такого расстояния? О, отлично, закрой меня. Так будет спокойнее. И он опять бежит. Так, все.
Да мы не пойдем, давайте будем выходить. Ах ты хитрый. Я знал, что он пройдет с этой стороны. Так, давайте, пацаны, ныкайтесь. Все, прячемся. Все, он убежал. Открывай меня. Так, эта шкатулка здесь не стояла, я ее не помню. Ну, посреди комнаты она точно не могла появиться. Боишься идти? Так, я тихонечко прохожу. Бежим. Ого, она кричит там. Злится. Давай в шкаф. Шкаф? Да. Комната. А! Нет! Закрываю вентиляцию. Есть. Блин. Что он сделает? Эй, аниматроник. Посмотри на меня. Он меня придавил, я не могу ничего сделать. Он просто стоит, давит меня. Как вообще его не видно? Где Денчик? Я не знаю. Дэн, а ты где? Ой. Быстрее. Я лезу со всей силы. Так. Быстрее. Он тоже лезет. Так, гусанечек. Не останавливаемся. Блин, вот это жесть. Я не ожидал, что он за нами будет лезть. Он догоняет нас? Да, прям хорошо. Он что, быстрее нас, получается, лезет? Блин, сюда, гусанёк. Сюда. Я запрятался. Ай, блин. Ладно, не спорю. Не ожидал. Пацаны, а вы где? Вот я. Я не вижу. Вот. Ой. Блин, я слышу, как бежит. Беги, быстрей. Блин, я не успеваю. Нет. Пацаны, у нас есть классное оружие. Почему нам не использовать его против аниматроников и попытаться хоть одного замочить? Ого. Я так понял, это готовность? Да. Пошли. Сзади. Так. Теперь он будет пытаться от нас скрываться. Вот он. Хорошо, мы его зацепили. Вот он. Блин. Так, первая попытка у нас не удалась. Где сейчас он получится? Так, он сейчас будет со спины, он всегда так делает. Это очень хитрожопый аниматроник. Опа. Слышите? Да. Блин. Так, двоих снял. Значит, где-то еще я остался, да? Так, давим его. Не отпускаем. А, блин, все-таки догнал у меня хитрый жук. Он у нас в кибитке сидит. Слышь, выходи. Готовы жать? Не успел. А, блин, что за аниматроник читерский? Как нам его замочить? Так, он там. Все, стоим. Вот наша позиция. Есть. Так. Есть, хорошо. Хорошо работает, пацаны. Мне кажется, у него мало здоровья осталось. Давайте проверим это. Так, хитрый жук, выходи. Вот он. Есть. Убили? Есть! Да. Есть, ребята! Одного аниматроника смогли замочить. Напишите в комментариях, кто сегодня был лучше, аниматроники или охранники. Я думаю, что сегодня были аниматроники лучше.
Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!